Это закон, который, собственно говоря, сформулировал в свое время Ли Росс, и это его знаменитая статья, которая стала самой цитируемой статьей по социальной психологии, называется «Фундаментальная ошибка атрибуции». Мы присваиваем другому человеку определенный набор качеств и характеристик. Мы говорим, что он волевой, что он сильный, что он там добрый, умный там, и так далее, и так далее. Но в действительности, оказавшись в других обстоятельствах, он продемонстрирует другое поведение. И это то, что мы должны понимать не просто про других людей, да, которые потом могут нас подвести, обмануть там, и так далее, но и про самих себя.